Химчане вышли на тропу здоровья. С самого утра в парке Подрезково местные жители закаляют тело. Взмахи руками и ногами для разогрева. Работа с шестом на ловкость и базовые элементы восточных единоборств пришлись горожанам по душе. С удовольствием. Так что и хотим продолжать. И это все-таки здоровье, конечно. На воздухе. Все замечательно. Программы для активных химчан разработали специалисты спортивного клуба. Упражнения безопасны для людей всех возрастов. Соответственно, мы выбрали такие направления, так скажем, более восточной практики. Дыхательная гимнастика, китайская цигун. И различные физические упражнения из восточных боевых искусств, которые способны делать, в принципе, любой человек, даже не имея никакого опыта. Восточные практики жители Химок осваивают с начала этого года. За это время провели уже 450 мероприятий. Занятия по программе «Тропа здоровья» проводят каждую пятницу. Присоединиться может любой желающий.